Ассаламу алейкум, достар. Бул Каштанов. Записываю реакцию на фильм «Кто я?». Записываю для моей странички на платформе Boosty. Все ссылки в описании. Там периодически выходят реакции вот подобного плана на голливудские фильмы, на казахские фильмы в основном и также на различные сериалы. А теперь, ребята, давайте приступать к просмотру. Как говорится, меньше слов, больше дела. Ехало. Так, ребята, фильм вроде бы производство Германия. Ну, не вроде бы, а точно. Кеттк, Беринта Стап. Я остался бы невидимкой. Никем. Но я больше не никто. Я самый разыскиваемый хакер в мире. Знали мы одного. Нео. Ребят, сразу, да, кидает. Кто я? В гущу событий. Я Бенджамин. И вот моя история. Ребята, впереди 1:40. Надеюсь, вы затарились чем-нибудь вкусненьким поесть, попить. Как говорится, приятного аппетита. Кто я? Он пришел час назад. Говорит, что он хакер «Кто я?» и может вывести нас на друзей на русскую кибермафию. Хочет говорить только с вами. Куда без русских, а? Опять русская кибермафия. Значит, ты тот самый «Кто я?» Ты ведь не случайно здесь, верно? И я тоже не случайно. Итак, все как-то смешалось. Нет нити, у которой были бы начало и конец. Есть целая сеть из нитей, и я вишу внутри. Сеть, интернет, Сита? Да? Морец, Шека. Всемирная путь. Вообще, 10 из 10. 10 из 10, это прямо однозначно. Да, конечно, финал, ну, прямо достойный, просто достойный финал. То чувство, когда ты не ожидаешь, да, развязка совсем другая, а потом она еще раз кардинально меняется. Ты такой, что, как? Блин, вот это фильм, ребята, вот побольше бы таких фильмов, ребят. Сразу просьба в комментарии, если вы знаете, вот плюс-минус такие же фильмы, чтобы была такая развязка необычная, чтобы такой сюжет был завораживающий, не знаю, ребята, срочно пишите в комментариях, периодически, и такие фильмы тоже будем смотреть, ну блин, это, как говорится, мое почтение, да, блин, ну, такой сюжет придумать, сценарий написать, да, все вот это вот, ну, я не знаю, это прямо работа достойная, наверное. Интересно, у этого фильма есть какой-нибудь Оскар? Ну, Оскар, не знаю, тут, наверное, было бы известно, да, что этот фильм оскароносный, и он был бы широко популярен. Какой-нибудь, может быть, приз Каннского фестиваля, я не знаю, какие там в Европе есть
Канская пальмовая ветвь, потом... Ну и все, ребят, в принципе, больше я ничего не знаю. Блин. Ну, я думаю, этот фильм однозначно бы победил в какой-нибудь номинации фильм про хакеров. Ну или что-то типа того. Просто, ребят, я вот сижу и до сих пор, как говорится, под впечатлением. Да, это было круто. Ребята, пишите в комментариях ваше мнение под этим фильмом. Какие у вас были эмоции. И если те, кто впервые посмотрел этот фильм вместе со мной, мне особенно интересно, конечно же, ваше мнение, потому что у вас эмоции, как говорится, свежи, и что вы вообще думаете по этому поводу. Ну, а кто давно смотрел, ну, что сказать, капитальные красавчики, больше нечего добавить. Это крутой фильм, действительно. Так, ребята, уже 1:45, на этом, наверное, давайте заканчивать. Рахмет, что посмотрели эту реакцию вместе со мной на Boosty. Спасибо за поддержку. Все, давайте, до стар, всем пока, удачи.